А на ваших экранах велогараж. За, ну, в общем, будем считать 500 франков. Посмотрим, что у него внутри. 4 велосипеда сюда помещаются. Там сталь тонковата. Честно говоря, пробить ее очень легко. Вентиляция. Да, пальцем гнется. Не очень надежная, но в принципе здесь я так понимаю, что никто сильно не ворует. Ну хотя у всех, в общем-то, застегнутые велосипеды в основном. В общем, такой гаражик.